Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 4 вихідних на травневі свята – це чудова можливість гарно провести час та відпочити. Особливо за умов гарної погоди, адже традиційні майовки на природі чекає як і молодь, так і більш старше покоління. Де відпочити? На Дніпропетровщині. Сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівниця громадської організації «Дивна Україна» Людмила Загоскіна. Пані Людмила, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Дійсно, напередодні свят усі чекають, де ж відпочити. І цього року карантинні обмеження внесли свої корективи, і тим не менш на внутрішній туризм, як вони взагалі вплинули, ми дізнаємося від вас, я думаю. А де ж відпочити на Дніпропетровщині ось цими вихідними? Розкажіть нам, будь ласка. Ми «Дивна Україна» – це громадська організація, котра вже 6 років займається розвитком внутрішнього туризму Дніпропетровській і Запорізькій області. Тому ми набрали багато матеріалу, ми знаємо, де, куди можна поїхати, де що можна побачити, що можна з'їсти і на що можна подивитися. І повірте, у нас усього досить. Дуже багато, але я почну так, з направлення. Наприклад, Запорізьке направлення, да? У нас хороша траса від Дніпра до Запоріжжя. Тобто для тих, у кого є машина, садимося вместе з близькими, рідними, друзьями и двигаемся по этому направлению. Что мы можем там посмотреть? Ну, для начала, это самое первое, не выезжая за пределы, так сказать, выезжая чуть-чуть за пределы нашего города, это Старый Кодак. Это прекрасное место, где находятся у нас старые кадатские остатки, старые валовые бастионов, старой кадатской крепости. Здесь у нас прекрасный карьер, здесь у нас прекрасный вид. Так, сюда ведет велотропа вдоль берега, и здесь можно и на велосипеде, и на машине подъехать к этому месту. Вы видите, насколько это живописный карьер, и здесь можно отдохнуть. Здесь начинался первый порог, и, как я уже сказала, здесь остатки крепости построены в 1635 году. И напротив находится мистический остров Кадачик. Кому интересна такая тема, он тоже может посмотреть. Здесь же можно перекусить хорошо или отдохнуть. Здесь находится ресторан или ресторан и отель четырехзвездный, старый сейчас казацкий кошун называется. То есть вы можете остановиться там на некоторое время. Ну вот я тут немножечко еще затрону. Если не выезжать из города, у нас есть замечательные карьеры, которые наполнены водой, и такие как бы искусственные озера. Они очень колоритные, они очень красивые. Просто на берегу этих карьеров можно прекрасно отдохнуть. Перемещаясь дальше по Запорожской трассе, мы попадаем в село Братское, где находится садово-парковый центр «Сакура». Это загородный комплекс, там есть ресторан, река, красивое место отдыха. То есть я вот рекомендую, вернее, не то, что рекомендую, нам нравится сочетать и исторические, и культурологические моменты, ну и, безусловно, просто природные моменты, где можно и отдохнуть, и вкусно, к примеру, поесть. За селом, за поселком Братское у нас идет село Воложское. Очень интересное село с интересной историей. Здесь благодаря Андрею Пичуку выросло очень много таких туристических объектов и локаций. Что здесь интересного? Здесь есть памятник грецкому ореху, здесь есть церковь, здесь есть старинная Екатерининская миля, очень красивая такая береговая линия. И недавно стала, да, вот береговая линия, смотрите, какой берег, здесь остатки такой как бы крымской беседки, она немножко разрушена, как практически, извините, все у нас в таком полуразрушенном состоянии. Но я не пессимист. Я хочу сказать, что потихонечку, благодаря локдауну, не было бы счастья, так несчастье повезло, наши взоры, наши взгляды устремились на свою местность, на нашу историю. Поэтому народ все больше и больше интересуется своей собственной историей. Вот, к примеру, майорова хата, она выросла совсем недавно. Это этнохата в селе Воложском. Здесь вы можете посмотреть неукраинский быт и причаститься, то есть
большие украинские блюда, и есть у них свои фирменные пирожки. Дальше у нас идет, это мы все и продолжаем ехать по Запорожской трассе, по хорошей Запорожской трассе, по хорошей дороге, поэтому я думаю, что это будет, доставит вам удовольствие, и тем более в такое время, когда весна только начинает вступать в свои права. Следующее, это у нас находится село Башмачка, это древнее село, где находится очень много исторических объектов. Я хочу сказать, что у нас с вами на нашей территории есть объекты мирового значения. Единственная беда в том, что они у нас плохо раскручены. Но я думаю, благодаря вам, благодаря нам, вот СМИ, мы будем все больше и больше привлекать внимание. Как говорится, куда внимание, туда энергия, туда и деньги. Поэтому надеюсь, что наши туристические локации будут иметь достойный вид, и народ будет ездить к нам, не только мы извне. Так вот, это городище, здесь находится такой очень интересный объект. Это самое большое городище черняховской культуры, и по одной из версий здесь была резиденция готского короля Германариха. Ну, по аналогу с Александром Македонским, король Германарих в свое время завоевал практически все Северное Причерноморье. Это вот такой вот объект на окраине села. Само село... И здесь очень много находят, постоянно находят какие-то, даже вот просто и черные археологи, и не черные, те, кто, жители, которые живут рядышком с этим городищем, они постоянно в своей земле находят какие-то монетки и остальные артефакты. Вот с чем, может, нас познакомил, например, один из жителей этого села. Прекрасность в этом, это все я про Башмачку пока говорю, то есть вы заезжаете в эту Башмачку, и у вас несколько локаций, которые вы можете посмотреть. Собственно, Башмачке можно посвятить весь день. Это еще вот на экране у меня сейчас вот церковь Бориса и Глеба, замечательный, интересный священник эльменский, который не только священник, но и философ, может с вами поговорить на любую тему. Вторая, еще одна из фишек Башмачки – это глубокие балки с байрачными лесами. Что такое байрачные леса? Это леса, которые произрастают в балках, и это тоже наша уникальность. Здесь дубы, которые возрастом от 100 до 150 лет. И, кроме всего прочего, здесь замечательная рыбалка, здесь хорошие, интересные люди. Так, это мы уже дальше пошли. И очень красивый берег здесь находится, он под водой, один из порогов Днепровских, Вовниговский порог, но береговая линия очень высокий берег и очень красиво. И я еще раз говорю, рыбалка действительно такая, сами были, сами ловили, знаю, говорю, что рыбалка достойная. Почти что рядышком с Башмачкой находится село Никольское на Днепре. Это еще одно такое место, которое обладает такими интересными памятниками. Один из памятников, это, ну вот я сейчас открыла, это у нас предположительное место гибели князя Святослава. Почему предположительное? Потому что мест гибели князя Святослава несколько. Ну вот одно из них находится в селе Никольском на территории пионерского лагеря Павлика Морозова. Туда пускают, единственное, что пускают с охраной, но охрана доброжелательна, она вас проводит к этому месту. Здесь стела находится, и можно пройти и посмотреть, полюбоваться этим. И здесь же, я имею в виду, на территории села Никольского на Днепре находится такое, оно уже очень известное в узких кругах, Перуново святилище. Это кромлех, состоящий из 24 вертикально стоящих камней, очень древний кромлех. По возрасту ну, он датируется где-то 3-4 тысячелетия до нашей эры. И... Ну вот я хочу потом еще обратить ваше внимание, что у нас очень много вот таких вот уникальных памятников, вот в частности вот это Перуново святилище или Перуново капище. Там ридновиры и все, кто связан со славянской мифологией, со славянскими традициями, проводят иногда ритуалы разные, особенно на дни весеннего, там, равноденствия, весеннего, осеннего и равноденствия и солнцестояния.
Дальше можно получить удовольствие. Ну, вот так вот смотрится это камни, стоящие по кругу. И тут же такое, другая локация. В селе Войсковое находятся сады Светланы Кульбашной. Это уже современные, эстетичные. Кто хочет полюбоваться, насладиться красотой, сделать фотосессию, просто хорошенечко, просто отдохнуть душой и телом. Вот мы рекомендуем сады Светланы Кульбашной. Это очень приятное, эстетичное, вдохновенное такое красивое место. И в селе Войсковое находится также мемориал «Днепровский плацдарм». Это военная тематика, грустная, но военная тематика. Дальше у нас находится Хортица. Ну, о Хортице, о Запорожье, как говорится, говорить много не надо. Все, наверное, знают о Запорожье, поэтому я как бы немножечко его пролистаю. Хотя считаю, что это достойный такой объект, особенно вот традиция, военная традиция казацтва показывает в небольшом спектакле. Есть экскурсии священными тропами, где на Хортице очень много различных святилищ, и они все находятся. И просто сама энергетика Хортицы, она дает силы и дает такое вот вдохновение. И вот этот, наверное, объект мало известен, я думаю, для многих. Это село Васильевка. Село Васильевка и замок Попова. Замок Попова – это шедевр XIX века. В свое время это был один из самых больших замков Западной Европы. И вот я не знаю, как вы, но я его для себя открыла всего лишь лет 7 назад, хотя этому замку с 19 века он стоит. Очень красивый, очень интересный замок. Хочу сказать, что он даже в свое время был центром культурной жизни. Там были этнографические залы с культурой индийской, татарской, китайской культурой. И открытки этого замка продавались во Франции, в Германии и в Англии. То есть вот видите, как он был знаменит. Но мало мы о нем знаем. Тем не менее, Дивная Украина вот ездит на экскурсии, и вот как один из моментов, там есть еще интересный такой, что этот замок, это предположительно, это версии неподтвержденные, но есть косвенное доказательство тому, что этот замок был построен масонами. То есть есть там очень много масонской символики, и она имеет место быть там. Башни красивые, экспозиция, подвальное помещение, очень, очень интересное. И по ходу мы едем к нашей перлине, к нашей жемчужине. Это наша каменная могила. Каменная могила, наверное, ее тоже все знают, я не буду, может, на ней сильно акцентировать внимание, но тем не менее скажу, всем рекомендую, кто не был на каменной могиле, это историко-археологический заповедник, это огромный песчаный холм растресканный, где множество петроглифов, это единственное место в мире, вот опять же обращая на эти мировые, на единственные локации, единственное место в мире, где сосредоточены рисунки непрерывно, непрерывность, вот эта линия, в этом ее уникальность. И эти рисунки датируются от эпохи позднего неолита до средневековья. Ну, это время такое, 24 тысячи лет до нашей эры, Стоунхендж отдыхает, до 10-12 век нашей эры. Вот такая у нас прекрасная дорога по Запорожской трассе. Вы заезжаете туда и едете по дороге, получаете наслаждение на любую локацию, что я только что рассказала. Вы можете потратить, ну, как минимум полдня, а то и день, чтобы полностью получить эти ощущения. И давайте уже тогда с Запорожской у нас... Доехали мы до каменной могилы. Конечно, есть еще много объектов, но у нас просто формат нашей программы, так сказать, не позволяет все озвучить, и это будет очень долго. Я так изюминки говорю. Какие-то вопросы, да? Вы продовжуйте так, будь ласка. Да? Не будемо вас зупиняти, тому що дійсно інформації багато, я це розумію. Да, дуже багато інформації, дуже багато локацій, і вони всі цікаві. Це я так от навскидку кажу, що можна побачити і де можна там переночувати, поїсти, бо
не везде можно там, допустим, остановиться, но просто на один день можно поехать куда угодно. Так, павлоградское направление лично мне очень нравится, майданы и курганы. Это опять же наша фишка. Всем известно, ну как всем известно. Мне, если я знаю, то мне кажется почему-то, что всем известно. Но надеюсь все-таки, что многие уже знают о том, что у нас существуют вот такие интересные землелиты. Это мы их называем пустыня Наска в степях Украины, потому что мы знаем, что в Наске есть огромные фигуры, огромнейшие фигуры, которые конфигурация которых видно только с высоты птичьего полета. Так вот, у нас на нашей территории тоже есть такие вот конфигурации, такие землелиты, которые представляются в виде пауков, крабов, червяков, еще каких-то таких вот необычных фигур. Происхождение их не будем трогать, потому что версии существуют разные, но у нас на нашей территории Днепропетровской области их около 14,5 тысяч курганов. И вот в частности то, что демонстрируется здесь на экране, это Мавринский курган или курган Соколовы и так далее. Эти курганы можно посмотреть с высоты птичьего полета. И у нас есть такая экскурсия туда, и мы летаем, ну не на воздушном шаре, можно и на воздушном шаре летать, просто цена другая. А есть еще мото-дельтаплан. Это очень интересная такая штука, на которой можно взлететь и посмотреть конфигурацию Майдана. И по дороге вам попадется очень такой приятный комплекс, где вы можете перекусить. Это у нас гуляй-поле. Гуляй-поле, это тематика Махно. Там очень хороший ресторан, очень рекомендую его. Он такой, он вкусный, красивый, обслуживание очень быстрое и приятно, можно провести время. Территория ухоженная. Так. И в этом же направлении, ну, я начала с Майданова, потому что они, как бы, на мой взгляд, такие с исторической точки зрения привлекательные, и не такие вот популярные, да, для нашего зрителя. А есть еще отдыхательные комплексы, как, например, остров Ривер Клаб, это загородный комплекс, там есть бассейн, ресторан, река, прекрасные мероприятия проводятся, и относительно недалеко у них своя ферма, экоферма Соколова, там они тоже проводят туда экскурсии, прекрасные продукты, их действительно экологические продукты, кухня из экологических продуктов. Очень вкусно, доступно и достойно. Так, и в этом, ну, немножко не по порядку, я имею в виду по расстоянию, но Новомосковск, сказала бы, совсем рядышком, и что там смотреть, но я вас уверяю, что Новомосковск, в Новомосковске есть что посмотреть. Ну, во-первых, это самая известная, наверное, локация, это православный Свято-Троицкий храм, построенный в 1778 году, он уникальный, единственный в мире крестообразный девятикупольный храм, который построен без единого гвоздя. И вот, ну, тут видно, не видно, но очень рекомендую, это действительно уникальность. У них очень красивый краеведческий музей, с хорошей экспозицией, туда можно зайти, посмотреть, достойные гиды, они проведут экскурсию за совсем небольшие деньги. Ну и есть у них еще такой объект, сейчас, секундочку, как Самарский пустынно-Николаевский монастырь. Старинный монастырь с уникальными, смотрите, толстыми такими стенами, подвалами, туда тоже можно спуститься, там тоже проводят экскурсии. И, ну, он стоит того, потому что у него своя интересная история, даже просто посмотреть и почувствовать там энергетику этого монастыря, оно того стоит. Так, сейчас, секундочку. И, ну, тоже известна наша локация, это Петряковка. Это уже мы в другую сторону немножечко поехали, да, в сторону, то есть Новомосковск мы чуть-чуть задели, а вот мы поехали в сторону Петряковки, наша роспись, которая, Петряковская роспись, как вы знаете, внесена ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества, точно так же, как казацкие песни нашего края, то есть у нас есть два объекта, внесенных в список нематериального наследия человечества, одной из них Петряковка. В Петряковке есть замечательный музей, проводятся мастер-классы, вы можете там тоже провести время, и тут же рядышком, не доезжая Петряковки, есть такой
этнографических хутор Галушковка, который тоже имеет свои музеи, который имеет свои традиции, там можно и покушать, и отдохнуть, и полюбоваться природой, и зайти в музей, соответственно. Если мы поедем чуть дальше, то у нас будет дальше по нашей пути исследования, это будет у нас Царичанка, Китай-город. Там тоже есть что посмотреть. Например, в Царичанке есть гора Калитва, это старинная гора, она со своими легендами, она красивая и интересная, если на нее взобраться, посмотреть сверху. Там же находится конный двор Лелеке, это комплекс для відпочинку та релаксу. В селе Рудка он находится, вот он такого плана, а еще там находится возле в самом Китай-городе находится очень древняя церковь, Успенская церковь, например, 18 века, там три церкви на одной площади, и река Орель, вот самая чистая река Европы, как считается, ну, я надеюсь, что она до сих пор держит этот статус своей чистой речки, очень красивая, нежная, маленькая река, всегда чистая, всегда приветливая к людям. Собственно, я успела в 20 минут, я не знала. Так, у нас якраз час нашої прес-конференції Все. Добігає кінця. Я дуже вдячна вам за наше спілкування. Дійсно, почувши це, я думаю, наші глядачі все побачили, дізналися, розумію, що для того, щоб побачити щось красиве та цікаве, не обов'язково їхати за кордоном, можна для початку проїхатися нашою областю. Тож я вдячна вам за наше спілкування. Сьогодні говорили, як відпочити на травневі свята, але раджу не тільки на травневі свята так відпочивати, а й у будь-яку вільну вашу хвилинку. Про найкращі місця для відпочинку розповідала керівниця громадської організації «Дивна Україна» Людмила Загоскіна. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте! Дякую.